я хочу познакомить вас с тем, как мы применяли краудсорсинг на реальном проекте. И в первую же очередь, что нам нужно с вами понять, а что же вообще объединяет краудсорсинг и машинное обучение? Сегодня мы уже так или иначе вспоминали эту тему, причем я бы даже сказала, в каждом докладе, либо в самих докладах, либо на вопросах про это все говорили. И в первую очередь рассмотрим как раз термин краудсорсинг. Что это такое? Слово вообще знакомое, думаю, многим. И основная цель этого процесса в чем? Она в том, чтобы мы распределили какую-то задачу на широкий круг людей. То есть мы даем большим людям, как правило, распределенным где-то в пространстве. Они могут быть совершенно разные, у них разный возраст, пол, все какие-то характеристики. И мы даем им какую-то задачу. Мы хотим собрать с них мнение, хотим собрать какое-то решение для нашей проблемы. И это может применяться в различных отраслях, вообще в целом, где в бизнесе. То есть это может быть и опрос по какой-то проблематике, и какие-то мнения, и так далее. Но как-то это можно применять и в машинном обучении, то есть достаточно популярный инструмент. И прежде чем сказать, куда мы здесь вставим краудсорсинг, давайте вообще подумаем о том, что происходит в мире машинного обучения. Здесь показан один из вариантов того, как выглядит процесс работы над ML-проектом. Сегодня мы уже видели разные варианты того, как это все выглядит, и это один из них. То есть в общем и целом все выглядит примерно так. Сначала мы формулируем какую-то проблему, потом мы работаем с данными, то есть подготавливаем их как-то для решения. После этого мы делаем какие-то эксперименты, обучаем модели, может быть, еще какие-то вещи проделываем. И после этого применяем на практике в каком-то готовом программном обеспечении. И этот процесс, на самом деле, он итеративный. То есть и внутри каждого этапа мы повторяем какие-то действия. И вообще может получиться так, что после получения решения мы меняем формулировку проблемы, как сегодня мы это как раз уже слышали. И этот процесс, так или иначе, мы все равно проделываем, проходим по всем этим шагам. И я хочу сегодня сказать о том, как мы можем применить краудсорсинг в машинном обучении именно для работы с данными. То есть на самом деле краудсорсинг, это как процесс, который у нас рассматривает мнение большого числа людей, можно было бы использовать, например, для тестирования наших моделей. То есть мы поставили какую-то задачу, обучили какие-то модельки, и хотим узнать, что думают о них люди. Как раз-таки, например, сегодня звучал у нас вопрос про ГАНы, то есть как мы можем понять, а реалистична ли это вообще картинка? И можно пробовать дать людям оценить, а реалистично или нет, похоже, не похоже. Например, в пабликах ВКонтакте иногда бывает показано 4 фотографии, одна из них сгенерированная, найдите, кто из них. И как раз-таки можно здесь привлечь широкий круг людей. И это, по сути, есть краудсорсинг, потому что подписчики ВКонтакте — это тоже распределенные люди где-то в пространстве. Но я же хочу сейчас рассказать вам именно о первом этапе, а именно о подготовке данных для решения какой-то задачи. Вообще, на самом деле, с данными в ML всегда проблемы, и это всегда очень важная вещь. Для каких-то задач у нас есть много уже готовых, обученных датасетов. То есть ни для кого не будет новостью, что есть огромное число баз данных лиц, или каких-то датасетов с смешанными котиками и собачками. Ну, это классика. Это уже настолько изученные задачи, что даже нет смысла что-то делать с данными. Но очень часто такое бывает, особенно в какой-то заказной разработке, когда к нам приходит заказчик из вообще неожиданной предметной области, готовых датасетов для этого нет. Может быть, где-то есть парочка каких-то закрытых датасетов, которые косвенно с этим связаны, но на самом деле все равно что-то другое. И тогда нам нужно эти данные где-то взять. А бывает такое, когда у заказчика есть данные, но у него некому их размечать. То есть у него есть какая-то задача сегментации, но для задачи сегментации нам нужно прям маски, то есть чтобы вот по контуру это все было обведено. Но это очень долго, и сегодня у докладчиков звучало, и думаю, присутствующие так или иначе это видели и сталкивались с этим. Это очень долго и очень сложно, и кто-то это все должен размечать. Бывает такое, когда разметка есть, но она такая, которая не подходит для решения задачи. Условно, заказчик хочет решать задачу сегментации, чтобы у него прям контуры находились. Но единственное, что он может, это выделить прямоугольниками. То есть и такое вполне возможно. Поэтому у нас есть разные задачи с данными, и все мы их можем решить с помощью краудсорсинга. И прежде чем перейти к какому-то конкретному примеру данных и какой-то конкретной задачи, давайте посмотрим, какие вообще есть для этого инструменты и что с их помощью мы можем сделать. Вообще для краудсорсинга есть огромное число площадок.
есть специализированные площадки, есть какие-то более узконаправленные или, наоборот, широкого охвата. И они захватывают разные области. То есть это может быть и какая-то генерация контента, и создание каких-то там новых дизайнерских вещей, даже такие площадки есть. Они есть у разных компаний, есть у Амазона, есть у крупных, у мелких компаний какие-то сервисы для краудсорсинга. Но мы же с вами пойдем по пути импортозамещения и рассмотрим Яндекс.Толоку, собственно, какую мы и использовали в проектах. И прежде чем сказать, что мы там делали, давайте посмотрим, что она нам дает. Как один из популярных, по крайней мере, в русскоязычной среде, инструментов для краудсорсинга. А Яндекс.Толока позволяет нам работать с данными для различных задач. Причем задач как компьютерного зрения, так и работы с текстом, какими-то числовыми данными, видео и так далее. В первую очередь компьютерное зрение. И как раз-таки для компьютерного зрения мы можем найти много инструментов, чтобы, ну, в рамках этой толоки, чтобы нам получить датасет. То есть мы можем тут и собирать данные для классификации, для детекции объектов в виде прямоугольников, можем попросить пользователей сказать, что изображено на картинке, как-то дать какой-то свой отзыв о том, что там есть, можем попросить их обвести не в прямоугольнике, а какими-то многоугольниками и тем самым решать задачу сегментации, по сути. И, собственно, для компьютерного зрения инструмент просто прекрасен. Кроме того, обработка языка. Конечно же, думаю, многие работали и с языковыми моделями, и нам всегда нужно понимать, например, тональность. То есть мы можем выгрузить комментарий и попросить людей сказать, он положительный там или отрицательный, не опираться не только на оценку. Кроме того, работа с аудио. То есть мы хотим транслировать аудио в текст и, соответственно, тоже можем попросить пользователей сказать, что они услышали. И это тоже может быть нам полезно. И, конечно же, есть большое число других задач на этом инструменте. То есть мы можем и проводить какие-то опросы, и просить сфотографировать что-то на улице, и проверить что-то, поискать что-то на каком-то сайте и так далее. И поэтому, если в вашем проекте не хватает каких-то данных, можно поискать их где-то с помощью краудсорсинга. Потому что это инструмент, где находится большое число людей, которые с разных сторон могут посмотреть на эту проблему. И кроме того, там не просто большое число людей, но и вы сами можете выбрать этих самых людей. То есть не просто закинуть куда-то свое задание и попросить сделать всех, кто может. Вы можете выбрать их пол, возраст, местоположение, можете выбрать уровень образования, язык, которым он владеет. Например, если вы размечаете картинку, вам не важно, какой язык у человека. Но если вы работаете с аудио, то, например, вам нужны русскоязычные пользователи и, возможно, даже только носители, а не те люди, которые где-то изучали русский язык. Вот. Поэтому огромное число параметров и конкретно на Яндекс.Толоке, и на других сервисах существует для того, чтобы вы могли отсечь аудиторию и взять только тех, кто максимально может быть компетентен в том вопросе, который интересует вас. И как раз-таки давайте посмотрим, что с этим случилось на практике. Как называется мой доклад «Ожидание и реальность»? Собственно, с этим я вас и познакомлю. Потому что в идеале все звучит очень круто, но на деле, конечно же, возникает много проблем. В первую очередь, давайте посмотрим на задачи. Задача, казалось бы, вполне простая и понятная — распознавание дефектов на солнечных панелях. То есть здесь показан фрагмент солнечной панели, на самом деле там полная панель, RGB-картинка, на самом деле она серенькая, но вообще все равно RGB, и на ней у нас выделены дефекты. Дефектов бывает 15 классов, то есть здесь не просто дефект, не дефект, а там конкретные трещины, засветы, и выбитые ячейки, и всякие отслаивающиеся там штуки. Ну, в общем, с точки зрения физики, с солнечной панелью может произойти много вещей. И это все можно классифицировать на 15 дефектов. И как раз-таки вот такая у нас задача. И как выглядит для нее датасет? Для этой задачи нам датасет предоставил заказчик. Но какая его основная проблема? Вообще, на самом деле, на этот проект мы еще привлекали чуть-чуть на летней практике студентов. И когда они увидели разметку, у них просто глаз задергался, потому что поколение, которое выросло на датасетах с Kaggle, которые просто идеальные, садись и обучай модельку, когда видит вот такое, им становится немножко плохо. И дальше я расскажу, что с ней было плохо, но для начала, как она выглядит-то? А так разметка и выглядит. То есть
красненькими контурами поверх изображения обведены какие-то дефекты. То есть это не координаты в каком-то файлике, как вот мы привыкли на многих задачах видеть. Это не JSON с какими-то числами. Это разметка прямо поверх изображения. То есть у нас есть исходная картинка, и к ней есть картинка, где красненьким цветом, а как потом выяснилось, не только красненьким, выделены какие-то контуры. И сейчас посмотрим о проблемах. Первая проблема, которая уже немножко может пошатнуть психику, это то, что фигуры, которыми выделены дефекты, разные. Это могут быть кружочки, это могут быть прямоугольники, квадратики, контур может быть замкнут и не замкнут. То есть, скорее всего, это выделялось где-то в пейнте. Кроме того, иногда системные надписи закрашены белым, иногда не закрашены. Это специфика реальных данных, то есть они странные. Другая проблема, что не все дефекты были выделены качественно. То есть бывало такое, что в одном контуре находится много дефектов, особенно если это маленькие дефекты. То есть есть один из дефектов, который является царапинкой на солнечной панели. И на ячейке может быть очень много царапинок. И, конечно же, никто не будет обводить каждую царапинку в отдельный прямоугольник. Давайте мы просто выделим кучу дефектов в один и скажем, вот тут царапины. И для человека, который это размечает, все хорошо. А для модели машинного обучения это уже сложно, потому что то у него в одном прямоугольнике 10 царапин, то 100, то 1. То есть класс один стоит, а, казалось бы, они выглядят по-разному. Вот, и поэтому в одном контуре бывало несколько дефектов. Другая проблема, которая выяснилась тоже не в самом начале, это то, что часть данных размечена автоматически. То есть у заказчика было какое-то свое ПО, которое размечало солнечные панели, и, соответственно, данные там тоже размечались. Но там не все классы, а только 3 из 15. Это раз. Во-вторых, там на этих панелях все обведено, как вот вы можете видеть, в кружочке, но контуры не замкнуты, то есть они обрезаны. По сути, это буковки S, я не знаю, то есть с разных сторон. Это просто какие-то фрагменты разметки. И кроме этого, есть текст поверх изображения. И таким образом получается, что у нас не просто есть исходная картинка и размеченная, но еще и кроме разметки есть текст, который надо как-то на панели выявлять. И четвертая проблема с данными, которая тоже такая весьма проблемная именно для задач детекции, это то, что некоторые дефекты были размечены существенно крупнее, чем сам дефект. То есть маленькая-маленькая трещинка, и она обведена огромным овалом, который занимает просто 5 ячеек, хотя на самом деле там маленькая-маленькая точечка. И если мы это скормим в модели, она может даже не понять, где именно вот эта вот трещинка, потому что мы скормили огромный кусок. И понятное дело, что с такими данными работать было бы проблематично. Радует, что такие данные были не все. Все-таки большой процент от всего нашего датасета был нормальный. Но такие вещи тоже есть, и просто выкидывать данные, это, конечно, не очень, потому что все-таки 15 классов, задача достаточно сложная для классификации, не самая простая, которая может быть. А во-вторых, и если датасет маленький, то каждая картинка на счету. Вот. Что в первую очередь здесь вообще нужно делать можно сделать с такой разметкой? Это как-то превратить все эти кружочки в координаты и метки классов. Собственно, последовательность действий достаточно простая. Мы бинаризуем изображение, находим контуры на этой бинарной масочке и смотрим, что получилось в результате. И если брать нормальную разметку, то вот так все хорошо. Но если мы будем смотреть на вот эти огромные кружочки, кружочки, которые пересекаются и так далее, то появляется много проблем. Во-первых, что нам делать с пересекающимися этими кругами или входящими друг в друга? То есть брать верхний контур, брать все контуры, тогда получится много лишних дефектов, то есть что-то с этим надо делать. А во-вторых, такой штукой мы не можем обработать картинки, на которых поверх изображения есть текст, потому что он тоже будет приниматься за какие-то контуры. И кроме того, вот как вы видели, был текст на изображениях, а надо его еще как-то сопоставить с конкретными контурами. Потому что, как потом в процессе работы выяснилось, там не просто текст, как вот вы видели, красненьким написано crack, но еще, оказывается, зелененьким может быть написано другое слово, а синеньким вообще третье, которое на самом деле мы даже не сразу заметили, потому что это вообще другие классы, которых нет в нашей постановке задачи. Это, от, по сути, другой задачи разметка. И таким образом мы пришли к тому, что нам нужно где-то брать данные.
Один из вариантов – это, конечно же, попросить заказчика доразметить данные, предложить ему какой-то инструмент. То есть есть много программ, именно и десктопного ПО, и онлайн каких-то сервисов, где человек может сесть и размечать картинки. Такие есть, которые выгружают разметку сразу в нормальном формате для YOLO, для какого-то другого формата, какими-нибудь XML-ками, например. То есть есть разные программы, которые позволяют нам размечать все вручную. Но проблема в том, что нам нужно взять экспертов в предметной области или каких-то людей, которые согласны это делать, сидеть в рабочее время, это размечать. Я думаю, каждый, кто хотя бы раз пробовал что-то размечать, понимает, что это очень долго и утомительно, что самое интересное. И, конечно, хотелось бы это как-то раскидать на людей. Собственно, здесь мы и посмотрим на то, как это все использовалось в краудсорсинге. То есть, что получится, если мы привлечем туда более чем одного человека. Собственно, если мы возьмем, как говорится, одна голова хорошо, но чем больше, тем лучше. Поэтому давайте посмотрим, что из этого всего вышло. Первая задача, которую мы решали, это с текстом. Потому что текст — это была, ну, одна из, наверное, главных головных болей, потому что картинок с текстом было много для некоторых классов. У нас 15 классов, и где-то 2-3 класса почти полностью стояли из таких картинок, поэтому мы не могли их просто выкинуть. Нам надо было с ними что-то делать. Мы, конечно, попробовали какое-то время потратить на то, чтобы это решать CV-шными методами, то есть как-то компьютерным зрением, и текст определять, и там контуры, и все такое, но это все долго. А толока достаточно просто. И, собственно, это как раз фрагмент интерфейса задания, что мы сказали делать людям. Мы дали им картинку с разметкой и сказали: просто повторите, пожалуйста. То есть видите кружочки, обводите их в прямоугольники. Зачем мы это сделали? Мы это сделали для того, чтобы у нас получились конкретные прямоугольники конкретных классов, и все это в координатах. То есть чтобы с этим не возиться. Задача достаточно простая, поэтому наши надежды были в том, что это все работает хорошо. Однако, как выяснилось, все равно возникли проблемы. И самая первая проблема — это то, что люди не переключают классы. То есть если вы хотите делать многоклассовую классификацию, то все равно будьте готовы к тому, что много людей вообще не будут различать классы, они просто все будут выделять первым классом. Вот. А нам повезло, что почти все картинки в датасете и так были первым классом, поэтому мы, в принципе, и такие засчитали, но на самом деле это неудобно. И позже я расскажу, в чем проблема с многоклассовостью вообще в целом на толоке. Вторая проблема — это боты и люди, которые некачественно выполняют свою работу. Вообще на таких площадках всегда найдется какой-то процент пользователей, которые делают что-то некачественно, быстро, или вообще это просто какие-то там боты или что-нибудь еще. В общем, что-то, что генерирует, а не делает что-то нормальное. И как раз-таки какой-то процент изображений имел просто рандомно выделенные прямоугольнички на картинке. То есть там всегда потрачено условно 3 секунды и несколько рандомных прямоугольников первого класса. То есть, ну, абсолютно никуда не годится. И третье, что меня лично очень сильно удивило, это то, что люди неправильно использовали инструмент выделения прямоугольников. То есть есть кнопочка «Сделать прямоугольник». Написано «Выделите прямоугольником». Но, как вы можете видеть на слайде, люди рисовали прямоугольник из прямоугольников. По кругу вот так вот. Для меня это было лично шок, потому что я думала, куда уж понятнее постановка задачи. И вот тогда уже в ход пошла игра с тем, что нам важнее, чтобы больше людей увидело или чтобы у них рейтинг был выше. И тут, конечно же, мы начали смещаться к уменьшению людей количества, но к увеличению их рейтинга на толоке, то есть к увеличению их каких-то скиллов. И на втором перезапуске, конечно же, стало получше с разметкой. То есть мы отсекли совсем уж каких-то некомпетентных пользователей. Это как раз наш был самый первый проект, самая первая попытка. И, конечно же, мы еще только прощупывали этот инструмент. Вот. И, кроме того, мы усилили капчу, потому что там мы поставили самые минимальные настройки, но потом поняли, что, видимо, даже со стоимостью в 2 цента это очень лакомый кусочек, и поэтому люди хотят рандомно размечать. И какие из этого всего выводы, именно из этой задачи? Мы для этой переразметки использовали где-то 300 картинок, и из них 148 мы потом в итоге приняли. То есть половину все равно отбросили, она все равно была размечена некорректно, с тем причинам, которые я описала ранее. Но все равно примерно за $5 мы с вами получили 150 новых картинок,
картинок. Если учесть, что на каждый класс у нас приходилось примерно по 100-200 картинок, то 150 новых картинок — это неплохой такой процент для датасета. Поэтому за $5 мы получили какой-то кусок датасета и интересный опыт, полюбовались какой-то кринжатиной. Вот. И набили шишки и сделали выводы для последующих работ. Следующая задача, которая, на мой взгляд, казалась была проще, и она действительно оказалась проще, это уменьшить разметку. В чем суть? Как я вам уже говорила, некоторые дефекты выделены просто огромными овалами или прямоугольниками. Но для обучения модели, YOLO или какой-то другой, это не годится, потому что он очень большой, и он в целом захватывает очень много ненужного, он захватывает очень много недефектных ячеек. А нам нужно, чтобы максимально аккуратненько было. И мы взяли, нашли картинки, на которых у нас разметка очень большая относительно размеров изображения, ну то есть больше определенного процента там, сейчас точно не помню, но вроде бы больше 1/16 площади изображения. Отобрали автоматически эти картинки, обрезали их по вот этим найденным контурам и только фрагменты загружали на толоку. То есть здесь пользователь не видит всю панель, потому что зачем ему грузить такую большую картинку? Там картинки в районе 8000 пикселей по минимальному измерению. То есть это большие, и как минимум долго грузить, и чтобы ее рассмотреть. Поэтому только фрагментики, и человеку описаны классы, и мы не просим его классифицировать, мы просим его только обвести дефект, потому что класс мы уже знаем, он у нас есть в нашей разметке, нас он не интересует. Просто сделайте аккуратно. И как раз-таки вот это мы пользователей попросили. Пожалуйста, повторите, вот только вот так. И задача действительно оказалась существенно проще. То есть около 85% картинок выглядели прекрасно. Да, все равно там попадались какие-то кривые, рандомно выделенные, где-то отмечено, что картинка не прогрузилась или нет дефекта, но в целом 85% картинок мы спасли. И это тоже было для нас важно. То есть, но что еще интересно именно в этой задаче, мы тогда еще только прощупывали расценки на толоке, и вообще на самом деле изначально мы думали, что это намного дороже выйдет. Мы закинули, не помню сколько точно, ну в районе, допустим, $100 для того, чтобы просто поэкспериментировать. Вот просто мы поэкспериментируем, потом определимся с ценами и закинем нормальное количество денег и уже получим датасет. И когда мы выставляли цену сюда, мы тоже думали, ну не один же цент ставить, надо больше поставить, все-таки как бы человеку надо посмотреть, почитать инструкцию и так далее. И когда я увидела, что на картинку в среднем 1,5 человека, точнее 1,5 картинки на человека, это означает, что у нас моментально налетели люди и моментально разметили. На самом деле вот эти сколько-то там 300-400 картинок были размечены за 5 минут. И тогда я поняла, что 3 или 4 цента за такое задание — это слишком много по меркам толоки. То есть можно было смело вставлять не один фрагментик, а штук 10. И как мы потом и делали, то есть мы уже существенно увеличивали количество заданий за ту же самую цену, там, где-то за 4 цента. Вообще тоже такой интересный момент именно с расценками. Лучше сделать больше заданий на странице и выше цену, чем простенькое задание и маленькую цену, потому что за маленькие цены люди меньше берутся, даже несмотря на то, что там задание существенно проще. И вот как раз-таки на второй задаче мы уже выявили для себя второй вывод, что на самом деле людям не просто нужно какую-то упрощенную задачу, ее максимально упрощать, но еще и цена тут тоже должна соответствовать сложности задачи, и даже если она будет не сильно высокой, люди все равно охотно это сделают. Но если нужно очень срочно, как бы вон 4 цента за один прямоугольник, и у вас за 5 минут будет 200 картинок. Вот. И это, конечно, все хорошо, переразметить существующую разметку — это прекрасно, но нам же нужно еще и спасти те картинки, где разметка вообще никуда не годится. То есть, где, например, один огромный овал, который выделил всю панель и сказал, здесь есть дефект. Ну, это не то, не сё, потому что как мы на этом модель-то будем обучать? Скажем ей, что это дефектная панель, ну тогда это не задача детекции, это задача классификации. А нам же нужно как-то их нормально выделить. То есть здесь мы уже размечались с нуля. И для этого тоже можно сделать по-разному. То есть напомню, какая у меня цель. У меня есть солнечная панель, мне нужно найти дефекты 15 классов. Просто обвести их в прямоугольник. Сначала я по своей наивности и неопытности подумала, ну значит такое задание и сделаю. Выложу человеку солнечную панель и скажу, выдели дефекты 15 классов, классифицирую их, все обведи в прямоугольнички, молодец.
Но, как вы потом увидите, это было очень наивно, и так делать не нужно. Вот, это слишком сложно, до свидания. Вот, собственно, как выглядел интерфейс задания. Это только фрагмент, потому что, как вы можете видеть, здесь не все классы представлены элементарно в нижней линии. И в чем суть? Пользователь видел эту панельку, он видел классы, которые на этой панельке можно выделить, видел инструкцию, которая была примерно километровая, потому что 15 классов дефектов, их еще отличать друг от друга надо. И там бывают трещинки, которые очень похожи друг с другом. И на это все про все я давала 10 минут и говорила, вот, размечайте. Но когда в личку начали приходить сообщения о том, что вы бы еще на китайском инструкцию написали, или вы бы еще меньше времени на это дали, я поняла, что что-то не так. И решила проверять это вручную и глазками, что вообще происходит. И когда я увидела результаты, я поняла, что пора сворачиваться, останавливаем эксперимент. Хорошо, что люди очень рано начали возмущаться, и мы не потратили много денег на переразметку всего датасета. Именно по этим отзывам я поняла, что задача ну, просто слишком сложная для Толоки и для конкретной этой цены. Но даже если не брать в расчет цену, в чем преимущество-то краудсорсинга? В том, что мы привлекаем широкий круг людей. А если мы делаем сложную задачу, то и навыки этих людей должны быть высокие. То есть мы уже берем каких-то экспертов в предметной области. А так не пойдет, потому что это сервис, где сидят любые люди. И школьники, и домохозяйки, и просто люди, кто после работы что-то пытается делать, и пенсионеры. То есть мы не будем пользоваться инструментом на максимум, если дадим людям очень сложную задачу. И когда я смотрела вот результаты, с детекцией в принципе ничего. Ну где-то 50% дефектов все-таки выделено. Но классификация там меньше 30% точности, в основном первый класс, как обычно, не переключали на другой, либо просто какой-то рандомный класс. Ну то есть ты смотришь, понимаешь, что прям точно человек не читал инструкцию, он, скорее всего, для отвода глаз, чтобы не подумали, что он рандомно что-то сделал. Вот, что ты сделал. Ну и, конечно, да, когда я еще внимательнее посмотрела на этот интерфейс, чисто глазами исполнителя, я поняла, что он очень громоздкий. Ну, перед вами огромная солнечная панель и 15 кнопочек. Ну, и при этом 15 кнопочек, которые ты переключил, еще прямоугольнички рисуешь. Это очень сложно, очень объемно. И когда я это открыла не своего рабочего монитора в 24 дюйма, а с ноутбука, где 14 дюймов экран, я поняла, что еще и в экран все не помещается, 14-дюймовый. Ну, короче, вообще потрачено. Так лучше не делать. И что здесь надо делать? А здесь самый лучший вариант – это декомпозировать. То есть всегда, когда мы сталкиваемся с чем-то сложным, независимо от того, чем мы занимаемся, мы декомпозируем. И что я поняла? Я поняла, что в принципе даже со старым интерфейсом дефекты люди выделяют. Они их ненормально классифицируют, но они их выделяют. А это означает, что в принципе мы можем дать людям возможность выделять дефекты. И только после этого уже выделенные дефекты просить людей классифицировать. И так мы и сделали, так мы это декомпозировали. Итак, проект номер один — обнаружение дефектов. Здесь интерфейс сразу же упрощается. У нас улетает эта строка с 15 классами. Мы просто даем людям солнечную панельку и говорим «обводите прямоугольниками». Все, больше ничего не надо. И, собственно, конкретно здесь, ну, великолепно. Зелененькая линия — это сколько было принято, красненьким — сколько было отклоненных панелей. То есть люди практически все картинки переразметили нормально. Цена, конечно, у этого всего уже выше, там в районе $20 за 400 картинок, но так или иначе это существенный такой процент датасета, поэтому нам важны и эти 400 картинок. То есть это не когда мы имеем 10 тысяч фотографий лиц, а здесь у нас счет идет на сотни и тысячи, поэтому 400 картинок — это весомо для этой задачи. И поэтому почти все картинки удалось спасти. Ну, по-моему, это прекрасно. Оптимистично так глянув на это все, отправили это классифицировать. И как, собственно, это классифицировать? Здесь показан интерфейс задания. Человеку виден только фрагментик солнечной панели, на которой прямоугольничком обведен какой-то дефект, и его просят классифицировать. То есть два системных класса, это то есть картинка не загрузилась или дефекта нет, и перечислены 15 классов в этом проекте. Собственно, у пользователя есть полноценная инструкция, как классы выглядят, и давайте-ка мы дружно все это разметим, на все это посмотрим. Что еще тут важно отметить, что вот здесь в задаче классификации
по сути, выбрать класс — это недолго, потому что это уже выделено, надо просто посмотреть, понять, что это за класс, и кликнуть нужную кнопку. И если в предыдущих заданиях я могла проверить вручную результаты, ну, это было целесообразно, то есть размечать одну картинку, выделять на ней прямоугольнички, допустим, занимает 3-4 минуты. Мне, чтобы оценить качество, нужно несколько секунд, я глянула и смотрю, принять, не принять. То есть там приемка в таком духе была прекрасная. Но здесь же, если я буду каждый фрагментик просматривать и говорить «принять, не принять», это просто нецелесообразно, потому что я потрачу на это время не столько же, сколько люди потратили на разметку. И то есть я что так бы день убила, что так я день убью. Поэтому здесь нужно как-то автоматизировать приемку. И здесь уже как раз мы и используем динамическое перекрытие. Собственно, здесь простенький пример. Что мы делаем? Мы просим несколько людей оценить одну и ту же картинку и принимаем решение об одном конкретном классе, о том, который самый популярный в этой сфере, на эту картинку. То есть он в данном случае желтенькая машинка, очевидно, перевешивает, поэтому ее и просим людей принять. И как раз-таки здесь перекрытие динамическое было настроено, то есть мы просили 5-6 человек это все оценить и сделать вывод о том, какой это класс, именно по максимальному. Но что в этом было печально? Печальным здесь было то, что даже несмотря на перекрестную какую-то проверку, несмотря на то, что у нас несколько человек оценивали одну картинку, качество классификации все равно было плохим. И стали разбираться, почему. Мы много раз перезапускали это задание, где-то раз 5 мы меняли настройки, повышали уровень наших пользователей, наоборот, уменьшали уровень пользователей, потому что вдруг, если больше людей будет, станет лучше. Увеличивали количество людей на перекрытии, уменьшали количество, просили только 3 человека, просили 15. И так или иначе, все равно качество получалось в районе там, 50%, даже меньше на самом деле, а картинок мы и того меньше из этого всего использовали. Вот. И кроме того, случались такие ситуации, когда у нас проголосовало 10 человек, и все выбрали разный класс. Такие тоже бывали, и когда я просматривала результаты, просто потом вручную, выборочно, несколько картинок, где вот такие странные результаты в разметке, я понимала, что там вообще неочевидный дефект, вот даже для меня, для человека, который уже несколько месяцев на этом проекте сидит, уже там что-то обучает, что-то делает, там какие-то были взлеты, падения, ошибки. Вот даже я, несколько раз общавшись с заказчиком, погрузившись в эту предметную область, не понимаю, что это. А там человеку сходу нужно принять какое-то решение. Понятное дело, он тыкает на какой-то рандомный класс, какой ему максимально похожим кажется, но на самом деле, конечно же, получается ерунда. Вот. И таким образом мы отсекли те картинки, где вообще были разные голоса у людей, отсекли те, где больше половины расходятся голосов, убрали те, где люди отмечали в основном, что здесь нет дефекта или это вообще не дефект. И в итоге у нас осталось где-то 30% от этих картинок. Но в любом случае это хорошо. И как раз-таки после вот этих всех наших попыточек и перейдем к итогам. Конкретно вот графики по каждой отдельной задаче. Напомню, что вообще там были за проблемы. В первую очередь это переразметить панельки с текстом. То есть попросить людей обвести старую разметку, сделать ее новенькой и красивой. Здесь, как можно видеть, примерно половину картинок мы спасли. Вторая задача — это уменьшить разметку. Но здесь уже ощутимо весомая такая часть картинок осталась в датасете с корректированной разметкой. Третья задача — это детекция дефектов с нуля. Ну, там прям вообще было классно, но из этого вытекает четвертая задача, где нам нужно еще и классифицировать эти вещи. И там уже, конечно же, все печально. То есть 15 классов люди классифицировать, к сожалению, не могут. Какой из этого можно сделать вывод? Можно, например, те вещи, которые были правильно задетекчены, попросить все-таки классифицировать человека, который связан с предметной областью. Потому что некоторые вещи даже вот для людей, которые на проекте заняты, не очевидны. То есть, скорее всего, это может только какой-то эксперт по солнечным панелям определить. Возможно, на это нужно посадить человека, которого вот специально обучат. То есть уже не привлекать краудсорсинг, а конкретного человека. Еще что интересно с многоклассовой классификацией, это то, что у Толоки, например, есть разметка под ключ. То есть можно выбрать задачу,
и даже сегодня у нас один из докладчиков это показывал. Вы просто выбираете задачу, отдаете деньги, говорите, что вам надо, и вам это все делают. Вам не нужно возиться, вот как мы там настраивали сами интерфейс задания, прописывали инструкцию. Это сделают за вас под ключ, и потом вам выдадут результат. Но основная проблема в том, что оно не рассчитано на многоклассовость. То есть там вроде бы было или 5, или 10 классов, я точно не помню, под ключ, но у нас их 15, и это уже больше. Я пробовала связываться с... там, по форме обратной связи с ними, узнавать, а что в случае 15 классов делать, и нам ответили, что на 15 классов размечать не будут. Здесь тоже уже закрались мыслишки, что, видимо, для Толоки в целом как инструмента это сложноватая задача. И здесь один из вариантов, если нет возможности, как я уже говорила, привлечь эксперта, это, например, еще раз декомпозировать задачу. То есть мы можем проанализировать наши дефекты и выделить из них группы. То есть просить людей уже размечать не все дефекты, какие существуют, а, например, 5 видов дефектов в одном задании, 5 видов во втором и 5 видов в третьем. И тогда эта задача будет уже и для пользователей проще, потому что им нужно выбирать только между несколькими. И для нас проще, потому что мы, соответственно, оценивать это можем все. И в целом, хоть и более затратно по деньгам, но, с другой стороны, не настолько сильно, чтобы... пренебрегать такой возможностью. Но получилось, как получилось, хотя бы 30% от датасета в этой задаче мы все равно смогли реанимировать. И в конечном счете, когда мы добавили улучшенные картинки именно для обучения в сам наш процесс, качество стало лучше, то есть качество стало выше, как, так сказать, метрики точности увеличились, лосс упал, все прекрасно, хотя бы визуально в том числе дефекты начали находиться лучше. Вот. Поэтому, в принципе, если подытожить именно опыт использования Толоки, местами наши ожидания и реальность почти совпадали, как в случае с детекцией, местами мы смотрели на результаты и понимали, что ну, это просто вообще приколы какие-то, как так можно делать. Вот. Скорее всего, просто человек не смотрел на картинку, когда принимал такое решение. И поэтому тут важно понимать, что чем проще задача, тем лучше ее сделают. Поэтому нужно максимально простой задачу делать. И в заключение хотелось бы все эти впечатления описать в виде плюсов и минусов. В чем плюсы Толоки? В первую очередь это увеличение датасета. То есть мы можем либо пойти по пути улучшения качества уже существующего, либо по увеличению количества картинок. И тот, и другой подход бывают полезны. И если перед нами стоит задача увеличить количество примеров, то краудсорсинговые платформы могут помочь нам собрать эти данные, переразметить имеющиеся, добавить что-то, исправить или вообще с нуля разметить. То есть мы можем увеличить наш датасет. Особенно это важно в тех предметных областях, где готовые найти сложно. То есть я искала открытые датасеты по дефектам на солнечных панелях, и кроме как трещин я ничего не нашла. И то там трещины были вперемешку и на бетоне, и на асфальте, и на панелях, на всем подряд. А у нас 15 типов дефектов очень узкой предметной области, которая вот специфичная. То есть мы не можем найти на асфальте проблемы с припоем, а на солнечной панели можем. Поэтому готовый датасет найти сложно. Второй плюс, который я уже озвучивала, это улучшение качества. Если мы работаем в мире, где датасеты готовят непрофессионалы, и особенно если на это затрачено мало времени, то и качество бывает тоже плохое. Поэтому улучшение качества — это важная вещь. Ну и, конечно же, краудсорсинг, поскольку он привлекает широкий круг людей с распределенной где-то в пространстве и разного пола, возраста и так далее, это достаточно дешевый и быстрый инструмент, потому что мы просим сразу толпу, и причем это, как правило, для людей такой... Либо занятие поставлено на поток, и они делают это уже быстро, либо просто по фану, и поэтому это недорого. Вот. И, соответственно, это такой быстрый и относительно недорогой инструмент, если сравнить, например, с ручной разметкой. Вот вы возьмете, выдернете ML-специалиста, посадите его там размечать данные весь день вместо работы над чем-то важным. Ну, это будет существенно выгоднее, конечно же, привлечь краудсорсинг. И... конечно же, гибкая настройка. Если вам важно какие-то специфичные параметры от этих людей взять, то, соответственно, вы можете сами это все варьировать. Но эта же гибкая настройка
может оказаться и минусом. То есть и первый самый минус — это как раз и есть излишняя гибкость. То есть иногда это бывает, ну, можно слишком переборщить с ограничениями, и тогда у нас был один из пулов заданий, где только 30 человек были допущены, и только двое взялись. А обычно там счет идет на тысячи. И поэтому я поняла, что где-то я переборщила и начала уже, конечно же, смягчать ограничения на людей. То есть там и возраст стал не сильно важен, и пол, и площадка, с какой они там заходят вообще, браузер и так далее. Но все это можно варьировать. Вот. До каких-то приемлемых вам чисел. Кроме этого, конечно же, поскольку мы привлекаем широкий круг людей, то и качество может быть соответствующим. То есть здесь такая тонкая грань между тем, сколько людей будет делать и насколько это качественно. Причем не всегда люди с высоким рейтингом делают качественнее, чем люди с низким рейтингом. Это как в школе или в университете, не всегда отличники знают больше, чем троечники, которые троечники, потому что они просто не появляются, а не потому что они ничего не знают. Так и на толоке. Может, человек очень классно все делает, но делает это раз в месяц, и у него рейтинг низкий, но на самом деле он мог бы сделать это хорошо. И там тоже есть внутренние инструменты по обучению, по назначению навыков, но это как раз уже переходит к плюсу и минусу гибкость. То есть вы можете еще сильнее настроить параметры людей. Но так или иначе, если с этим не заморочиться, качество будет низким. А еще один минус, он связан с тем, что чем сложнее задача, тем сложнее ее делать. И вам нужно адаптировать сложную задачу, декомпозируя ее под максимально простой вид. И это тоже требует времени, это требует каких-то навыков. Скорее всего, не с первого раза у вас получится, поэтому лучше брать какой-то маленький набор картинок и тестить то, как люди это делают. Потому что ты, когда составляешь задание, представляешь это одним образом, а в итоге получается другим. Если кто-то там работал в школе, в университете или репетитором, наверное, тоже понимает, что ты видишь задачу одним образом, а люди, когда начинают это делать, вообще ведут себя странно. Казалось бы, там же все очевидно, а на деле оказывается, что людям сложно. И поэтому вот эти все тонкости, их надо учесть, и нужно максимально упростить задачу. Ну и, конечно же, несмотря на то, что я говорила, что это недорогой инструмент, все равно нужно потратить время на то, чтобы настроить эти проекты в толоке, оценить качество либо автоматически, либо вручную. Но даже если автоматически, вы все равно делаете какую-то постобработку этих результатов, какие-то там графики выводите, смотрите, что вообще получилось, и все равно тратите время на то, чтобы принять или не принять то, что было размечено. И таким образом, хоть и недорого, но ML-щика это не освобождает от работы. Самый первый проект я настраивала, наверное, день рабочий или, может быть, даже больше. То есть там реально было много тонкостей, и как эти элементы расположить, и как инструкцию написать, и какую цену выбрать, и так далее. И подготовить данные для подготовки данных. Вот. Конечно, толока нам позволяет улучшить датасет, но тот датасет, который они будут размечать, вам тоже надо как-то где-то взять или на толоке, на этапе сбора или где-то свой, поэтому от работы это нас никак не избавит, но существенно может нам помочь. И на этом все. Спасибо за внимание. Контакты для связи